Продолжаю строить воблера. Хочу сделать маленький подповерхностный, типа кренка. Ну такой небольшой, грамм до 10, наверное. Думаю, грамм 10 будет, если с игрушкой. Вот. Небольшой, хочу сделать его ближе к суспендеру, ну или еле-еле всплывающим, чтобы он был. Но при этом лопатка, чтобы шла вот параллельно, наверное, почти что. Для чего? Для того, чтобы он шел, ну, сантиметров на 20 под водой на мелководье и медленно всплывал, допустим. Или стоял на паузах. Буду пробовать, ну, что получится, не знаю. Я хотел уже сделать такой один раз воблер, но у меня не вышло. То бишь, с загрузкой я прогадал. В этот раз постараюсь сделать это лучше. Ну уж там как получится. Итак, все подготовил, проклеил всего суперклеем, пропитал, да, чуть-чуть для большей прочности. Изготовил каркас вот такой вот. Сейчас вставим и залью свинец. Вклеил лопатку, покрыл все лаком, короче, подготовил покраски. Сейчас покрою все сначала грунтовкой белой, а дальше буду уже разукрашивать. Только лопатку закрою. Краску закончил, покрыл лаком, приклеил глаза. Вот что получилось. Сейчас финишное покрытие и все, в принципе, можно будет вешать тройничочки и пробовать. Так, вот что у нас получилось. Крэнк. Посмотрим на его игру. Оп-оп-оп-оп-оп. Это вообще за воблер у тебя? Самодельный? Крэнк удачный. Медленно всплывающий. Так, оп. Должна на него рыба ловиться. Такая вот приманочка. В принципе, приманка работает, значит,
все у нас получилось. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч.